Игра против «Торпедо» в Нижнем Новгороде началась удачно для «Северстали». Уже на 4-й минуте Илья Хохлов открыл счет, забив свой первый гол в сезоне. На первой минуте второго периода череповчане поймали соперника на ошибке. Бросок Павла Чернова оказался неточным, но Войтех Полок успел на отскок шайбы от борта и отправил ее у ворота. Череповчане в этом матче часто удалялись. И на 26-й минуте встречи нижегородцы одну шайбу отыграли, как раз реализовав большинство. Развить успех сопернику «Северсталь» не позволило. А в заключительной третьей матче Максим Трюнев в третий раз огорчил голкипера «Торпедо», завершив точным броском четкую комбинацию при игре в большинстве. Выгодный счет череповчане смогли удержать. В итоге 3-1, победа «Северстали». Слабо сыграли сегодня. Много индивидуальных ошибок у нас. Поэтому такой результат. Все просто. Мы просто бьемся в каждом матче, стараемся. И по игре скажу, что сегодня сыграли, выдержали план, тот, который планировали на игру перед матчем. Хотя было много удалений с нашей стороны. Но опять же, повоевали, посражались в меньшинстве. Отставание «Северстали» от первой восьмерки на Западе по-прежнему велико. Но в череповецкой команде сдаваться не собираются. 9 из 9 игр надо выиграть. И тогда какая-то еще какой-то шанс будет. Ну, он есть, а когда шанс есть, нужно не сдаваться. Выездное турне «Северсталь» продолжит 25 января матчем против Сочи на берегу Черного моря. Владимир Сентябрев, новости.